Бой! Ну, они оба чемпиона, призеры, начинается месиво какое-то. Кулачная работа мощная. Молчанов Павел немножко уходит вниз. Встает нормально, получает челюсть. И опять вниз уходит. Фух. Уже не встает, нет. Это все, ух ты, ой-ой. Ё-моё. Дорогие зрители, это что-то уже вот за гранью было немного. Ну, Иван Сергеевич заявил, что одолеет любого. И он одолел, причем даже не любого, чемпиона России.